Выходи, народ. Выходи. Смотрите, я вам тут вот зелень приготовила всякую. Так, помидорки, да? Емельян, так одна тебе, а вторая ты тоже. Смотрите, из всей зелени ничего не выбрал. Взял только помидорку. Татошечка, а ты что будешь брать? Будешь брать то, что нельзя, да? Всю вот эту зелень крысам можно? Укроп, петрушка, салат. Тоже помидорку взял. А вот щавель нельзя давать крысам, нежелательно. Потому что там кислота, вот эта, которая не, вообще что-то не очень хорошо. В принципе, даже и человеку щавель не очень полезен. В общем, из всей зелени Емельке не понравилось ничего. Он взял помидорку. Татушка тоже. Ну что, беги уже. Вот у них тарелочка с кормом, а все остальное валяются всякие шалушки рядом с тарелочкой. Ну что возьмешь? Ничего вкусного больше нет, да? Да, Емельечка? Ничего вкусного больше нет. Все невкусное. Я вам положу все в клетку, знаю, чтобы потом все съедите. Да? Ночь долго. Смотри, Емельян, смотри. Смотри, вот укроп. Будешь? А вот это я не знаю, что это за зелень такая. Так. Любимая петрушка, да? Знакомая петрушка. Вот петрушку буду, да? Емельечка петрушку будет. А ты что там выглядываешь? Беги вниз. Конечно, вниз беги. Беги, Татах. Беги, тут еще есть петрушка. А, Емельян потерял. В общем, из всей зелени признают петрушку. И салат еще более-менее. Все остальное так нехотя. Ну что, вниз побежишь? Нет? Ку-ку? Кто вверх, кто вниз? Нюх-нюх. Наташка, нюх-нюх. А где там наш Емельян? А вот он. Вот он. Что, Емель, не знаешь, чем заняться? Ку-ку.
Долго думаете? Долго ты, Татошечка, думаешь? Думающая крыса. Татох мой салат, мой золотой татох. Татошечка моя, Татошечка, крысёшечка моя золотая. Ну что, ничего не будешь больше? Вообще ничего. А салатик? Емельян, а ты? Смотри, салатик не будешь? А петрушку вот, или это кинза, не знаю, что это. Ну и куда ты? Куда ты полезешь, верхолаз? Вот так вот, вот так. Теперь еще и на стол хочешь? А вот, товарищ, на стол не надо. Не надо на стол. Емельян, на стол, говорю, не надо. Не надо на стол. Что, все невкусное? И что ты будешь делать? И куда ты? И куда ты? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда ты, крыса? Куда ты собрался? Ну вот чуть не бултыхнулся. На стол не надо. Емельян, не надо на стол, говорю. Не надо. Не надо. Говорю, не надо. Куда ты еще в тарелку? Ты что, сдурел? Посмотрите, понравился этот маршрут. Ой, какой ты отважный. Дай хоть тарелку уберут, прямо в тарелку прыгаешь. Куда ты, куда ты? Что ты тут нашел? Это один тебе, другой Татошке. Хитропопый крыс. Это не все тебе, один только тебе. Татошенька, ну иди, иди тебе, да. Ты, конечно же, никогда в жизни на стол не запрыгнешь. Вот, иди тебе, да, на Татошечка. Ай, Татошка довольная тоже. Побежал. Татошка на третий этаж. С ними можно так возиться целыми днями. Только ж дела сами не делаются. И дела разные есть, надо делать, да? И с ними так интересно. Такие классные.